Ребята, всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и я продаю свой компьютер и заканчиваю делать видео по играм. На этом все. Канал закрывается. Шучу, конечно. Ну, канал не закрывается, но компьютер действительно я собираюсь продавать. Надо обновлять технический парк, покупать новый с новыми характеристиками, но этот тоже хорош. Кто помнит, из моих старых зрителей на него сбрасывались как раз те самые зрители, помогали мне выбирать его характеристики. Кстати, они где-то вот здесь сейчас появляются. Вот внизу стоит системный блок у меня. Выставляю его на продажу. Естественно, я могу здесь в Беларуси на всяких барахолках выставить, но хочется продать подороже. Вдруг найдется какой-нибудь фанат, который хочет обновить свой компьютер из Беларуси, смотрит мои видео и предложит какую-то большую цену. Вот где-то здесь сейчас появляется та цена, которую я хочу. То есть он продается вместе с монитором, системным блоком, то есть все, вся система написана была, но единственное, только я достал из него все жесткие диски, я уже их вставлю в новый компьютер, сами понимаете. Здесь будет жесткий диск вот такой примерно на 640 гигабайт, но вам, естественно, лучше будет свои прикупить, я вообще рекомендую SSD уже покупать. Так вот, если найдется какой-то фанат, который прям готов немного переплатить за то, что это именно мой компьютер. Вау, сам Халецкий на нем делал видео. Как вы понимаете, компьютер мощный, потому что я тут и рендерил, и все игры, которые вы видели на моем канале, как раз на этом компьютере записаны. Кстати, вот еще сохранился гарантийный талон на него. Но, правда, уже, конечно, срок гарантии истек, но никаких проблем у меня с этим компьютером никогда не было. Я его сам собирал, отличная машина. Так что, если хотите его приобрести именно компьютер Халецкого, то пишите мне на e-mail, адрес появляется здесь в видео, либо в описании к видео, и я с удовольствием вам его продам. Ну а если не найдется, то что ж, уже через барахолки белорусские буду продавать и обновлять свой технический парк. Спасибо, что до конца досмотрели, играйте в умные игры, всем пока!